У нас вот сегодня французские замки. Брикарты, Зигарты, также брикарты другой модели. Значит, здесь брикарт Dual XP с вот интерактивными элементами. На него используем инструмент также с интерактивным элементом. Здесь простые брикарты, Зигарты. Обычный ключ без интерактивного элемента, на него идет уже другой инструмент. Открываются все очень просто. Значит, вот эти две модели, Брикард и Зикард, инструмент один и тот же. Фольга нарезанная. В основном идет 0,6 вот это, в основном. Но в некоторых случаях можно пробовать 0,5. Очень просто ложится сверху, сбоку немножко приглаживается на бок. Здесь не обязательно линейка, можно просто пальцем аккуратно. Ну, я думаю, достаточно. Открываются они очень быстро. Таким же образом открывается Зигард. На эти брикарты один инструмент, на эти другой. Цены на и тот инструмент будут на сайте. Ссылки, телефоны, все будет на видео.